Вас вітає служба інформації телерадіо компанії «Гомель». У студії працює Маргарита Котова. Глядіть у гэтым выпуску. Свято працовников вёски. У Мазыры отбылися областные дажинки. За мирную и стабильную Беларусь сегодня у Гомеля прошли шествие и аутопробег. Флагман белорусской промысловости. Супрацовники «Гомсельмаша» означили день машинобудовника. Лепш попередить, чем змагаться с наступствами. Зарабить прищепку супрать грыпу сёлета у регионе плануя больше, как 560 тысяч человек. А зараз об гэтым іншым больш падрабязна. Пераможцам сёлетніх абласных дажынак па вытворчасці збожжа стаў Жлобінскі район. Тэмп росту валавога збору зерня за апошнія 3 гады тут дасягнуў 130%. Лепшай гаспадаркай у гэтай намінацыі названая эксперыментальная база крынічная Мазырскага района. Такія дадзеныя агучаны падчас сённяшняга абласнога свята працаўнікоў вёскі. Па святочных пляцоўках дажынак прайшлі нашы корэспандэнты. До областных дажинок Мазыр рыхтаваўся грунтоўна. Правда, нейких значных проблем не узнікала. Усе пытанні, что приходилось вырашать, можно отнести до категории рабочих. Недзе необходимо было надать новый выгляд фасадам жилых домов. Недзе обновить лесвицы. У адрознення от інших городов Гомельшины, гэтые збудаванні тут мають особливое значение. Улічваючы мясцовы, практычна горны ландшафт, лесвіцы тут з'яўляюцца своеасаблівымі магістралямі, якія звязваюць розныя районы горада. Падчас дажынак гэтымі камунікацыямі актыўна карысталіся госці свята, якія імкнуліся азнаёміцца з мясцовымі славутасцямі. Хоць увогуле паглядзець на дажынках 2020 ёсць на што. Яшчэ з 8 гадзін раніцы тут пачалі працаваць выстава сучаснай сельскагаспадарчай тэхнікі і тэматычныя экспазіцыі. У гэтым годзе на Гомельшчыне пачалі мэтанакіравана развіць еще один сельскохозяйственный накірунак – пчеловодство. Мы пытаемся продвинуть продукты пчеловодства, чтобы пасечники увеличивались в разы, чтобы мед был доступен всем и каждому. Мы хотим обучать пчеловодов, производить оборудование для пчеловождения. То есть это и улья, рамки, апідомікі, то есть здароўя в кожны дом. Галоўнае свята працаўнікоў вёскі Мазыр прымае не ўпершыню. Амаль 20 гадзі таму тут праходзілі рэспубліканскія дажынкі. Сёння абласныя. Прычым ні тады, ні зараз гаспадарам не было сорамна за вынікі сваёй работы. Мазырскі район сапраўдны лідар, і з гэтым цяжка спрачацца. Если чисто переводить тему на отрасль сельского хозяйства, то Мазырский район является флагманом у нас на Гомельщине. Хотя, конечно, есть еще резервы достижения, увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных, увеличение урожайности. Ну а то, что касается зерноуборки, то учитывая то, что у нас есть арендованные площади в Наравлянском районе, то у нас 106,5% роста валового сбора зерновых колосовых к уровню прошлого года. Сельская господарка – галіна асаблівая. Ад вынікаў яе работы напрамую залежыць харчовая бяспека краіны. Сёння жыхары Беларусі полностью забеспечаны продуктами харчавання, прычым самой высокой якасці. У пацверджанне усяго некалькі лічбаў. Кожны дзень жыхары толькі Гомельскай вобласці набываюць 375 тонн малочнай продукцыі, 70 тонн каўбасных вырабаў, 200 тонн мяса птушкі і каля 1 мільёна яек. У сваю чаргу сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, якія дасягаюць высокіх вытворчых паказчыкаў, могуць забяспечваць сваім працаўнікам адпаведны ўзровень жыцця. Средняя заработная плата за 9 месяцев этого года у нас по хозяйству составила 1500 рублей. Ну и натуроплата, я думаю, что многие в нашей области знают, потому что нашему примеру следовали многие хозяйства. Хороший социальный пакет в виде натуроплаты. То есть то, что мы производим, все это имеют в первую очередь наши работники. Дарэчы, сёння дырэктар саўгасакамбіната «Зара» Алег Слінько быў узнагароджаны ганаровай граматай адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Прафесіяналізм і самааддача – гэта, бадай, галоўная складаючая поспеху хлебаробаў. Хоць спрачацца ніхто не будзе, без сучаснай тэхнікі спадзявацца на высокія вытворчыя паказчыкі вельмі цяжка. У гэтым плане Беларусі сапраўды ёсць чым ганарыцца. Арганізаваная ў рамках абласных дажынак выстава – яшчэ адно пацверджанне таго факту, што айчынная сельскагаспадарчая тэхніка на ўзроўні лепш сусветных аналогов. «Гомсельмаш» является лидером производителей сельхозтехники, которая пользуется спросом практически во всем мире. Мы входим в пятерку самых крупных предприятий, которые изготавливают аналогичную технику.
Наши основные поставки, естественно, это Республика Беларусь, где около 80% всего парка техники является гомельской, которая выполняет аналогичные техпроцессы. Мы представлены широко на рынке Российской Федерации, в Казахстане, Украина. Наша техника известна и далеко за рубежом. Узнагороджванне пераможцаў бадай галоўнае мерапрыемства, якое праходзіць у рамках дажынак. Лепшым па вытворчасці збожжа стаў Жлобінскі раён. Тэмп росту валавога збору зерня за апошнія 3 гады тут дасягнуў 130%. Лепшай гаспадаркай у гэтай намінацыі названая эксперыментальная база «Крынічная» Мазырскага раёна. Практычна трэць камбайнавых экіпажаў намалаціла больш як 1000 тон збожжа. Пераможца з вынікам 2674 тоны экіпаж Івана Вырвіча з агракамбіната «Холміч» Рэчыцкага раёна. Лепшы вадзіцель на адвозцы зерня Рыгор Малочка з акцыянернага таварыства «Чамярыскі», што на Брагіншчыне – 2457 тон. І бадай самы галоўны вынік, на які працавала ўся вобласць. У гэтым годзе сабраны ўраджай аказаўся на трэць больш за леташні. В текущем году мы получили больше урожая, чем в прошлом году, больше на 30%, и намолотили более 915 тысяч. Конечно, когда мы посмотрели и вернулись к истории этих лет, увидели, что Гомельщина может молотить и более миллиона. Поэтому на сегодняшний день мы, конечно, не останавливаемся на этом, и уже закладываем урожай следующего года. Наша задача – молотить не менее миллиона тонн в следующем году. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» з Мазыра. За мирную и стабильную Беларусь. Сегодня у Гомеля прошли шествие и аутопробег у подтримку действующей улады. У мероприемствах приняли удел представники громадских организаций и небояковые гомельчане. Подробязности в материале наших корреспондентов. У подтримку мира, безпеки и спокою. Коли кинотеатра «Кастрычник» собрались люди, которые лишат гэтые каштовности головными у державной политики и громадским житти. Дорослые и молодь своим шествием по улицах Гомеля ждали показать свое ставление до ситуации у нашей краине. Люди уверены, во всех есть возможность спокойно жить и работать на своей родной земле. Здесь сегодня собрались неравнодушные люди, которые хотят мира, спокойствия, стабильности, порядка, продолжения всего того доброго, светлого, чего достигла республика на сегодняшний день. Гордимся достижениями, здравоохранением, образованием и многими другими достижениями, которые сегодня имеет Республика Беларусь. Хочется сохранить их и приумножить, чтобы будущее поколение жили в счастливой, светлой, независимой Беларуси. Державная символика, флаги громадских объединений и призывы до миру. Дружной колонной люди накировались по улицах Барыкина и Интернациональной до площади Ленина. А пошней кропкой их шляху был недавно усталеванный флагшток. Под державным стягом Беларуси присутные заспевали гимн. У гэты непростый час беларусы повинны быть одним народом, где каждый слухая и поважая один одного. Только мирный диалог да поможет вырешить все спрэчки. Я человек, который уже имеет определенный жизненный опыт. И всю свою жизнь я прожила в спокойной и мирной стране. И сегодня я здесь для того, чтобы высказать свою гражданскую позицию. Я за мир, я за стабильность, я за поддержку действующего власти и президента. Мир и стабильность на долгие годы. Для Беларуси и для белорусов характерны спокойствие, чистота, красота, толерантность. То есть все те качества, которые всегда издавна были у белорусов. Ребята, давайте спокойно жить в своей стране, давайте наслаждаться нашей красивой природой и погодой. Акрамя того, днем у Гомелі прошел патриотичный аутопробег, удельники якого накировались до Пакалюбичев. Там во урочище Семень яны усклали кветки до помника оборонцам Гомеля. Гэта даніна памяти падзеям, якія адбыліся амаль 80 гадоў таму. Организаторы и удельники пробегу спадзяюцца, у беларусаў атрымаецца не допустить расколу у грамадстве. Ганна Каральчук, Алена Василюк, Андрей Іванов, телерадиокомпания «Гомель». Масштабным святом у гомельском микрорайоне Сельмаш сегодня означают День машинобудовника. Эта галина – одна из найбуйнейших у нашей промысловости, и значное место у ее занимают миновито вытворцы сельскохозяйственной техники. На урочистостях побывала Ганна Каральчук. Своё профессийное свято – День машинобудовника. Сельмашовцы сустракают на переды дни 90-годового юбилею завода. У истории предприятия были разные этапы, однако гомельские специалисты завсёды с гонором справлялись с всеми выпробованиями. Гэты год для коллектива был непростым, але не глядячи на пандемию коронавируса, холдинг повеличил объем вытворчасти, поставки на экспорт и отримание валютной выручки. Разгрузил склад и уже створяя зачин на зимовый период. При этом День машинобудовника тут означают не только супрацовники предприятия,
підприємства, але й жихари усього району. Район «Гомсельмаш» образован именно благодаря всесоюзной стройке, когда строился завод «Гомсельмаш». И на сегодняшний день каждый второй человек на районе в той или иной степени имеет отношение к заводу. Поэтому я думаю, что праздник сегодня, он удался. Прекрасная, великолепная погода, много развлечений для детей. Ну и, конечно же, от всей души хотелось поздравить наших заводчан, наших ветеранов и жителей района с нашим профессиональным праздником, Днем машиностроителя. И пожелать удачи, благополучия, здоровья, ну и, что самое главное, мирного неба над головой. По традиции до свята на проспекте космонавтов разгорнулась выстава сельскохозяйственной техники. На ней были представлены серийные и самые новые модели машин, которые вырабатываются холдингом. На стадионе для гостей ладили спортивное свято. Футбол, эстафеты, картинги, дартс. Каждый мог найти что-то до сподобы, а так само принять удел у споборництвах. Малых чакали горки и батуты, а батьки тем часом назирали за выступлениями удельников клуба авиамоделизму и скачками парашютистов. Коллеги по работе сустракали один одного и с гонором веншовали со святом. Работаю на предприятии 18 лет. За это время, конечно, количество компьютеров у нас на предприятии стало намного-много больше. Программы наши, которые мы пишем, становятся все более востребованные. Я работаю конкретно с технологами, пишу программы для тех процессов. Без этого, конечно же, предприятие работать не может. Коллектив у нас очень замечательный, дружный, и наше управление, и в целом на предприятии. И спортом мы занимаемся, и во всяких творческих конкурсах участвуем помимо работы. И хочу поздравить, конечно же, всех с Днем машиностроителя. Всем счастья, здоровья и хорошего настроения, и успехов в нашем предприятии. Далее гостей мероприятия чекал святочный концерт с зорками белорусской эстрады. Ганна Кральчук, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель». За распаўсюджванне коронавирусной инфекции сёлета тема вакцинации супраць грыпу знаходится на особливом контроле. Нагадаем, кампанию Беларуси стартовала 15 вересня. У Гомельской области прышапиться плануе больш за 560 тысяч человек. Иммунизация проводится за сродки республиканского и мясцовага бюджетов, а так само за кошт прадпрыемстваў и организаций. Препараты вытворчасці России, Франции и Нидерландов, які добра сябе зарекомендовали у минулым годе, поступают у лечебные установки. У першую чергу прышапляться будут люди с групп высокой рызыки заражения. Это дети во возрасте до 3 годов, люди с хроничными захворываниями, старшие за 65 годов, тяжарные женщины, медицинские работники и педагоги. Дарыча, охоп вакцинованного насельництва с 30% у 2011 годе до 40% у 2019 становча отбивается на динамице захворывания на респираторные инфекции и грипп. Так, за прошлые годы колькость зарегистрированных выпадков снижена на 42%. Научно уже подтверждено, что защита против гриппа, которая создана с помощью вакцин, в 2-5 раз эффективнее защиты, созданной противогриппозными лекарственными препаратами и народными средствами. Из 100 привитых пациентов от 70 до 98 не заболеют гриппом. 25-30% будут защищены не только от гриппа, но и от иных острых респираторных инфекций. По выниках анализа, проведенного сёлета, установлено, что сярод тех, кто захворел на COVID-19, удельная вага прышепленных супраць гриппу значно меньше, чем сярод тех, кто отмовился от вакцинации. Калейдоскоп талентов. Творшая семья Ткачевых из Рогачевского района об народных промыслах ведая, сдается, усе. Разьба по древе, солома плетение, вышивка, гончарное рамяство. Далеко не полный пералик напрямков мастацтва, якими володали талиновитые майстры. Дмитрий Котов наведал у Стрэньковский районный центр рамёстваў и познакомился с творшей семьей. Ольга Ткачева узначаливая Стрэньковский районный центр рамёстваў. На посаде директора усяго несколько месяцев. А увогуле працует тут уже 16 годов. С народной творчестью знакомая с самого дятинства. Здольности, кажа Ольга Дмитриевна, отрымала от батьков. Самое первое, что было для меня познавательно, что я сделала, это связала носки. Мне было, наверное, в возрасте лет 5-6. Не более. А дальше у меня были цветы, корзинки. И чем старше становилась, тем больше, естественно, брала навыков. Вышивка. Знакомилась
и как можно больше с народными ремеслами. Мне это всегда было интересно. Займаться народной творчеством Ольга Ткачева у свой час натхнила мужа. Коли працавала у гимназии, потребны были разностайные прилады для организации научального процессу. Тады на допомогу и пришел Игорь Егорович. Спочатку освоил разьбу по древе, а потом почал працавать и с железом. Майстер означает, научиться можно усему, было б жадание. А его хоть отбавляй. Так само важно, как праца приносила моральное задовольнение, тады обовязково будет станучий выник. Я нигде не учился, я самоучка, мне образования художественного нету. О чем сильно жалею, конечно, не хватает образования именно. А так, постоянно вот что-то надо было, она в школе работала, постоянно надо было что-то делать. Так и утянулся, и начал серьезно заниматься. Талентом не обделены и сын Артем. Он долго шукал себе на творчем шляху, поспробовал силу в самых разных направках народного мастерства и у вынику обрал гончарное ремесло. Где-то с 4 или с 5 класса ездил на международные уже выставки, я занимался ткачеством. И на дожинках, на республиканских, вот я сидел и ткал. Занимался всеми видами искусства, ну, кроме стекла и, получается, металла. Но решил остановиться на керамике, потому что здесь соединяются сразу три стихии – огонь, вода и ветер. Ни одного ремесла такого больше нету, как керамика. Сям'я Ткачовых, здається, може усе. Разьба по древі, саломоплятення, вишивка, гончарне ремесло і шмат іншого. Талановиті майстри сьогодні добре відомі не тільки на території Рогачовського району. Вони постійні учасники престижних республіканських і міжнародних конкурсів. Дуже відповідально відносимося до тим мероприятиям, коли нас викликають. Для нас це дуже велика гордість. Ми стараємося представити різнопланову виставку, щоб бачили, що ми вміємо все. У сям'ї Ткачових упевнені, у творчому ремястве нема межаў. Наколькі б добра не былі вывастраныя навыкі, заўсёды паўстануць новыя, раней недасягальныя вышыні. Іх можна пакарыць толькі, калі застаешся мэтанакіраваным. З такім дэвізам і ідзе па жыцці гэтая яркая творчая сям'я. Дмітрый Котаў, Сергей Лукашук, тэлерадыёкампанія «Гомель», Рагачоўскі раён. Отрады миротворцев по шасты Дня миру сварили во всех 8 школах Брагинского района. Урашистое мероприемство с гэтай нагоды прошло и у Камарынской средней школе. За воротами установы шэраг школьных автобусов детей у Камарынскую школу привозят из нескольких соседних вёсак. Усяго у школе 285 вучняў. Многие из них собрались на символичную линейку, каб паудельнічаць у посвящении своих одноклассников у миротворцы. Разом с гэтым подчас мероприемства узгадали и об шляху нашего народа до перамоги, об земляках, которые отдали свои жизни для этой великой исторической подеи. Дети сами заявили желание. Мы предложили вот такое формирование, как отряд миротворцев, как бы это впервые. Ну, дети сами заявили желание. Самых активных, скажем так. Выставу гравюр знакомитого мастака Ивана Шишкина можно убачить у картины галереи Гаурила Вашанки. 60 работ привезли в Гомель из Новгородского музея-заповедника. Экспонаты створены у техніцы афорта, гравюры на металі, якая патрабуе ад мастака навыкаў работы пяром і тушу. Шишкін умеў гэта дасканальна. Гравіравальным мастацтвам ён захапіўся яшчэ падчас навучання ў маскоўскім училішчы жывапісу і скульптуры, а прафесійна працаваць стаў з канца 1860-х гадоў. Ён выпускаў эстампы асобнымі лістамі і цэлымі серыямі. Прадстаўленыя работы былі надрукаваны альбомам у 1894 годзе і сталі вынікам 20-гадовай працы выбітнога рускага мастака. Іван Шишкін – это, конечно, такой столб рускай пейзажнай жывапісі. І як графік, он, ну, практически неизвестен широкому кругу, хотя на самом деле это выдающийся художник, у которого, ну, безупречный рисунок. И если учесть, что за жизнь он сделал более 100 вот таких графических работ, то мы показываем 60 афортов, в общем-то, этого выдающегося мастера. Познакомиться с гравюрами Шишкина можно до 1 листопада.
Завтра у эфира «Беларусь-4» черговая программа проекта «Больше, чем спорт». Главная тема выпуску – пожарно-воротовальный спорт. Представники этого вида и тренеры поделятся тонкостями и секретами успеха. Так само глядачи смогут отримать отказы на питание, когда этот спорт станет олимпийским и насколько он дорогий, и как зародились его незвычайные традиции. Глядите «Больше, чем спорт» у неделю 27 вересня у 19:45 на «Беларусь-4 Гомель». Гэта і іншыя навіны, інфармацыя о праектах тэлерадыёкампаніі «Гомель» вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.